Всем привет! И я решила записать видео вот на такую милую куклу. Она у нас будет в шапочке совы, в вязаном свитере. У меня джинсовая юбка и кедики. Кедики и волосы я заказывала с Алиэкспресс, если кому-то будет интересно. Всем хорошего настроения, приятного вязания. Делаем кольцо и в него провязываем 6 столбиков без накида. И сейчас мы провязываем в каждый столбик по прибавке. У нас получится 12 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, в следующую петлю 1 столбик без накида и 2. И так делаем мы 6 прибавок до конца ряда. У нас должно получиться 12 петель по кругу. Довязали наш ряд, и у нас получилось 12 столбиков без накида. Сейчас мы провязываем 1 столбик без накида. Следующим мы вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. 1, 2. И так мы вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида. В следующем мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И так до конца ряда. У нас должно получиться 18 петель по кругу. Довязали наш ряд, и у нас получилось 18 петель по кругу. Перемаркировываем ряд. Я маркирую всегда нитью, которая у меня осталась от кольца. Это намного проще, очень удобно. Советую вот так вот маркируешь, и потом ее вытаскиваешь и перемаркировываешь каждый ряд. И вяжем следующий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. 1. 2. И в третий столбик мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика без накида. В третью петлю мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. И у нас должно получиться 24 петли по кругу. Довязали наш ряд, у нас получилось 24 петли по кругу. Вяжем следующий ряд прибавок. Маркируем наш ряд. Продолжаем вязание. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3. И в четвертый столбик мы вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. 1, 2. У нас должно получиться 30 петель по кругу. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка. До конца ряда у нас должно получиться 30 петель по кругу. Довязали наш ряд, и у нас получилось 30 петель по кругу. Перемаркировываем ряд и продолжаем наши прибавки. Вяжем 4 столбика, 4 столбика без накида, прибавка. 1. Два, три, четыре. И в пятый столбик мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 и 2. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика без накида. В пятую у нас идет прибавка. 2 столбика в одну петлю. И до конца ряда у нас должно получиться 36 петель по кругу. Довязали наш ряд, у нас получилось 36 петель по кругу. Перемаркировываем ряд, продолжаем наше вязание. Прибавляем, прибавляем петли, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5. В шестую петлю мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. И у нас должно получиться 42 петли по кругу до конца ряда. Продолжаем наши прибавки. 5 столбиков без накида. В шестую мы вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. И так 6 раз. Должно получиться 42 петли по кругу.
довязали наш ряд, у нас получилось 42 петли по кругу. Сейчас мы перемаркировываем ряд и продолжаем наши прибавки. Вяжем 6 столбиков без накида, в седьмой мы вяжем прибавку, 2 столбика в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмой столбик мы вяжем прибавку, 2 столбика в одну петлю. 1 и 2. И так вяжем до конца ряда, повторяя 6 раз. У нас должно получиться 48 петель по кругу. Довязали наш ряд, у нас получилось 48 петель по кругу. Продолжаем наши прибавки, маркируем ряд и вяжем 7 столбиков без накида. Восьмую мы вяжем прибавку, 2 столбика в одну петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в восьмой столбик мы вяжем прибавку, 2 столбика в одну петлю. 1, опс, и 2. И так вяжем до конца ряда. 7 столбиков без накида, восьмую мы вяжем прибавку, 2 столбика в одну петлю. У нас должно получиться 54 петли по кругу до конца ряда. Вот, довязали мы наш ряд, у нас получилось 54 петли по кругу. Сейчас вяжем последний ряд прибавок, вяжем 8 петель без накида, 8 столбиков без накида. И в девятый мы вяжем прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. 4, 5, 6, 7 и 8. И в девятый столбик мы вяжем 2 столбика без накида прибавку. И так вяжем до конца ряда. 8 столбиков без накида, в девятую мы вяжем прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. До конца ряда у нас должно получиться 60 петель по кругу. Довязали наш ряд, у нас получилось 60 петель по кругу. Теперь мы вяжем без убавок и без прибавок 10 рядов, по одному столбику в каждую петлю. Вот, сейчас я вставляю глазки, вставляем их между 17 и 18 рядами. Смотрите сами, хотите ниже, хотите выше. Я вставляю между 17 и 16, 18 рядом. И на расстоянии 4, приблизительно 4 столбика. Тоже на усмотрение, кому как нравится. Можете сделать поближе глаза, можете сделать подальше глаза. Это все зависит от вас. Вот, мои глазки закрепляются сзади креплениями пластмассовыми, такие безопасные глазки. Я люблю это использовать для детских игрушек, даже для маленьких детей, для погремушек. Я использовала такие безопасные глазки. Они очень надежно закрепляются, их невозможно оттуда выковырять никак. А вот. Крепим наши глазки. Потом уже, когда довяжем голову, вышьем носик и ротик. Вот, наши глазки закреплены. И продолжаем наше вязание. Продолжаем наши убавки. Вяжем 7 столбиков без накида. Убавка. Вяжем 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. И делаем убавку. Всегда за переднюю сторонку только столбиков. И делаем убавку. Вот. Так вяжем до конца ряда, делая 8 убавок. Ой, 6 убавок, я извиняюсь. И должно у нас получиться 48 петель по кругу. 7 столбиков без накида, убавка 2 столбика вместе.
довязали наш ряд убавок, и у нас получилось 48 петель по кругу. Сейчас мы вяжем 6 столбиков без накида. Убавка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вяжем убавку 2 столбика вместе. 1 и 2. Провязываем вместе. Итак, мы вяжем 6 убавок. Вяжем 6 столбиков без накида, 7-8 столбик убавка. И так вяжем до конца ряда. У нас должно получиться 42 петли по кругу. Довязали ряд, у нас получилось 42 петли по кругу. Продолжаем наши убавки и вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шестой и седьмой мы вяжем убавку. Два столбика вместе. И так вяжем до конца ряда, делая 6 убавок. 5 столбиков без накида. Шестая и седьмая убавка. Должно получиться 36 петель по кругу. Довязали мы ряд, у нас получилось 36 петель по кругу. Вяжем 4 столбика без накида. Раз. 2, 3, 4. 4 столбика без накида. 5 и 6 мы вяжем убавка. 1, 2 вместе. Итак, мы провязываем 6 раз. 4 столбика без накида, убавка 2 столбика вместе. У нас должно получиться 30 петель по кругу. Довязали наш ряд, и у нас получилось 30 петель по кругу. Продолжаем наши убавки. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 столбика без накида, убавку. 2 столбика вместе. 4 и 5. Провязываем вместе. Итак, провязываем 6 убавок. 3 столбика без накида, убавка. Итак, 6 раз. Должно получиться 24 петли по кругу. Навязали наш ряд, и у нас получилось 24 петли по кругу. Сейчас нам, наверное, легче будет набить голову, потому что пролазить будет легче с наполнитель. И мы можем тогда потом уже довязать и закрыть нашу голову. Набили до нужной плотности нашу голову и продолжаем наши убавки. Вяжем 2 столбика без накида. Один. Два. И третье, четвертое мы вяжем убавку. Два столбика вместе. Итак, мы вяжем до конца ряда, делая 6 убавок. У нас должно получиться 18 петель по кругу. Два столбика без накида, убавка, два столбика вместе. 6 убавок, у нас должно остаться 18 петель по кругу. Довязали наш ряд, у нас осталось 18 петель по кругу. Делаем еще один ряд убавок, вяжем 1 столбик без накида. Убавка. Два столбика вместе. Один. Два. И так провязываем 6 раз. Один столбик без накида, убавка. И у нас должно остаться 12 петель по кругу. Довязали наш ряд, у нас осталось 12 петель по кругу. Сейчас мы делаем 6 убавок. И в конце остается маленькое отверстие, которое зашиваем ниткой. И голова наша готова.